Всем привет! Друзья, ни для кого не секрет, что риэлтору часто приходится работать с возражениями и отстаивать свой процент комиссии за аренду или продажу. Давайте посмотрим, как работать с возражением на примере всем вам хорошо известной истории о красной шапочке. Итак, представьте, семья еврейской красной шапочки, мама собирает дочери корзину. Так и слушай меня сюда, сейчас ты по тропинке пойдешь на опушку леса, увидишь бабушкин домик. Постучишь в дверь 3 раза. Она тебе откроет и с порога начнет говорить: пенсия маленькая, лекарства дорогие, крыша течет, коммунальные подорожали, но ты стой на своем. С капустой по 5, с мясом по 10. Друзья, всем отличных продаж и легких сделок!